Так, это центр Хессен. Просто внутри. I don't think so. Окей. Это какая интересная модель. Так, внутри ложишь. Конечно, все вещи. Ну, модель, конечно, шикарная. Да-да-да. Колеса шикарные. Так, это Model 3. Вот это Model 3. Тоже шикарно. Давайте посмотрим вот это. Ну, это, конечно, вообще шикарно. Model X. Где? Я была права. Model X. Двери так открываются. Ну, честно, я сама боюсь. Вот это вот. Да-да-да, наша будет так выглядеть. Давайте посмотрим внутри. Так, значит, здесь получается на шестерых. Значит, пойдем, посмотрим внутри. Так, смотришь здесь. Для детей вообще шикарно. Disney, Netflix, все для пассажиров. Брали? Смотри. Так, ну как всегда. Да. Это вот такая вот реально ласточка. По-моему, это открывается. А, это открывается вот просто, да? Нажимаешь. И открываются двери. Но она большая, это не как Model 3 или Model X, да. Model X, конечно, отличается. Но все прям по-люксовому. Это luxury, реально это luxury. Вау. Так. Это у нас здесь что? Ну, как обычно, все ложится. Что у нас здесь? Так, наверное... А почему, интересно, для кофе нету? Так. Ой, она... Смотри, какая она большая. Можно сюда ложить все что угодно, да? Так, а почему она теперь не закрывается? Ой, коза, блин. Да-да-да. Так. А здесь... Как оно здесь открывается? О май гад, я не знаю, как это открывается. Смотрите, какое маленькое зеркало. Вау. А знаете, зеркало почему не надо? У тебя всегда на экране это будет. Это я точно знаю. Так, песни. Кстати, оно отличается, что у меня было в Ривиане, знаете? Так, charging pedal light display. Так, lock, unlock. Нам нужно все это unlock поставить. Так, автопилот, прикольная тема, да. Дисплей, что мы можем поставить на дисплее? А где у них? Search, так, давайте наберем как mirror. Это когда ты просто делаешь mirror auto title. Я думаю, tilt, fold, dim. Окей, давай, ничего мы не будем сейвать, потому что это все-таки такая модель. Мами, просто все на. Yeah. No, no, no. This is Model 3, Daddy bought the Model Y. Это моя красотуля. Доча, do you like the Tesla? Yes. I actually like this one because look over here. Да, 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 да. Ну, смотрите, здесь даже такие сиденья. Ну, машина люкс. Это, конечно, да. Все такое кожаное. Ну, как кожа, это дермантин. Да-да-да. Model, видите, она показывает то, что передняя дверь водителя открыта и сзади вот эти все двери открыты. А если я сейчас закрою дверь? Ну, да. Вот. Так, дверь открывается просто... с нажатием этой кнопочки. Ну вот есть должны такие быть нюансы.
что... Так. Ну, маленький значок, да. Пойдет. Ну вот, короче, машина люкс, можно так сказать. Сейчас идем. Так, а давайте посмотрим внутри. По идее, она должна открываться, только я не знаю, как она открывается. Может быть, она внутри открывается? Sorry, guys. Я не знаю, как она открывается. Но где-то внутри точно. Здесь 100%. По бокам камеры. Да. Камеры. Если ты близко к чему-нибудь едешь, это точно камера здесь. Вот сбоку еще одна камера. Да. Показывает тебе, если ты где-то что-то к тебе приближается, или ты неправильно едешь. Сзади камеры, наверное, как обычно, да. Вот. Камера здесь. А где впереди? Так, камера здесь. Да, по бокам. Здесь тоже. А где передняя камера? Так, надо найти переднюю камеру. Our car. Our car, I think it's outside. Доча, я хочу открыть вот эту вот переднюю там. О? Oh, so you need to press it. Да, а где открывать танк, а? Передний. Давайте посмотрим. Так, не навигейт, а где search у нас? Это homepage будет. Search, давайте наберем как танк. Front tank, наверное, будет. Так. Танк. А почему она не вышла? Open. Но я хочу этот открыть, доча. Почему она не открывается? Где это находить? Угу. Окей. Ну, транк почему не открывается? Транк. Вроде так спелается, правильно? Транк. А почему она не открывается? Где ее найти? Guys, sorry, я не знаю. Ну и да, аварийка. Угу. А почему она не открывается? Guys, честно, я не знаю. Надо просто немножко больше разбираться. Так, автолок, window lock. Где транк? Я не вижу. Guys, короче, после того, как муж купит... Да, сегодня, кстати, мы забираем, да, его машину. Я разберусь, как этот передний транк открывает, хорошо? Все, давай. Доча, пойдем забирать нашу машину, да? Папину. Пойдем. Все, идем. Вот такой, короче, мини-обзор машины. Вот так выглядит примерно внутри шоп-магазин Теслы. Вот она, ласточка.